Целый год в республике шли самые разнообразные мероприятия, а вот какие именно стали наиболее значимыми, определил специальный рейтинг. Первым в рейтинге стал День республики и мероприятия, которые проходили в рамках его празднования. 6-й Чебоксарский экономический форум «Регионы России. От стабилизации к развитию», 20-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ», фестиваль народного творчества «Родники России» и международный фестиваль фейерверков. Запомнились также республиканская выставка «День поля 2013» в Сечувашске Акадуй, прошедшей в Чебоксарах, открытие завода «Траковская керамика» в Красноармейском районе и завода по переработке молока в Ядринском. На втором месте оказалась утренняя зарядка со звездой в Чебоксарах, во время которой был установлен рекорд Гиннесса, как самой массовой зарядки. Проходила она в день города Чебоксары и собрала на улицах столицы более 28 тысяч горожан и гостей столицы. На третьем месте рейтинга – торжественная церемония вручения национальной премии в области физической культуры и спорта. Она прошла 16 декабря в Москве. За звание стать лауреатом премии в самой сложной и многочисленной номинации «Регион России» боролись 82 субъекта страны. Чувашия обошла всех конкурентов. На четвертом месте – вручение вымпела от Министерства обороны, признавшего Чувашию лучшим регионом страны по организации воинского учета. На пятом месте рейтинга – победа нашей команды во Всероссийском молодежном фестивале по спортивному туризму. На шестой строчке рейтинга – съезд Чувашского национального конгресса, состоявшийся 26 октября в Чебоксарах. В его работе участвовали делегаты и почетные гости из 26 российских регионов, а также Белоруссии, Казахстана, Украины, Франции и Эстонии. На съезде был избран новый состав органов управления и контроля конгресса на ближайшие 4 года. Президентом ЧНК стал Николай Угаслов, депутат Государственного совета Чувашии.